Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, а также BeWorld. Мы находимся в BMNG Drive, и это у нас спуск с горы без тормозов. Здорово, ребята. Ребят, сегодня у нас спуск с горы, и сегодня у нас, ребята, вот такая вот рампа, вот такие автобусы и вот такие препятствия различные. Здесь кочки, ямы, прыжки и много-много другое. Сегодня постараемся доехать до финиша и не разложиться в хлам тотал, что, в принципе, сделать максимально непросто. Поэтому ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Также, ребята, у нас новые тачки подъехали на сервак. Сегодня, возможно, они у нас появятся в подборке, поэтому прямо сейчас мы делаем тачки рандомно и на них будем спускаться. За каждый раунд можно заработать 1 балл. Зарабатывает его тот, кто доезжает первым до финиша. Да, поэтому Бимкина мы не считаем. Мне Урус. Да ладно, прям сразу? Да, но это да. Новое, да. Я пока Бимкины выпадают, пока не считается. Ой, что-то грузится тяжеленько, сейчас посмотрим. А, о, у меня крузак. А, нет, блин, жалко. Что там у тебя выпало? А, в смысле, да, Урус. Я понял, Урус, да. Да, у меня Урус, да. У меня, да, у меня крузак 300. Короче, какой-то он постоянно зачастил, этот крузак. Да, есть такое. У тебя черная машина, у меня черная машина, что в плане конфигурации, ну, комфорт. А как еще возможно ехать на крузаке? Только так. Ладненько, давай отсчеты, мы стартуем. Раз, два, три. Так, давай, ну, старт поехали. У тебя хороший. Матстрел там у тебя такие па-па-па-па-па-па-па. Ну, да, ладненько. Кстати, есть такое. Ой, автобус. У меня... О, а что случилось? Ой, что с ними? А что с ними? Ой-ой-ой. А что сразу-то? Ой-ой-ой-ой. Так, я сразу? Понял. Сразу аварию автобусов, ребята, но ничего, мы пока едем дальше, пока Гриша уходит вперед на Урусе. Ой, понесло. Удержался? Я запрыгал, да, удержался, все в порядке. Я тоже вроде как удержался, пока, блин, ребята, получается. У меня колесо отвалилось, походу. У меня лопнуло три колеса. Колесо, пожалуйста. Нет, блядь. нет. О-о-о. Гриша, нет! Что? А что это? Подожди, я не могу рулить. А ты куда поехал? А я поеду еще. Рулить. О, охренеть. А я поеду. Да у тебя-то там поедет даже без колес. Давай. 120 метров. 110, 100 метров. 80, а 70. А я все, походу, я остановился. Понимаю. Я все понял, ребята. Ну что же, в первом же раунде получилось все более-менее неплохо для меня. Да, и я доезжаю в первом же раунде без трех колес. У меня три колеса пробито, спущено. Одно колесо живое. И оно, ребята, и довезло меня, получается, до финиша. Но это неплохо получилось. На самом деле, бал мой. Мы пока на стартовую линию возвращаемся. Окей, новый раунд, новые тачки. Да, там автобусы, короче, я там поправил немножко, потому что один, скорее всего, стоял криво, поэтому он и всех остальных поломал. Поэтому... Блин, да гребаный вах надоел уже. Сколько? Что там у тебя? Ауди какая-то? Да. Я понял. Да нормально, Ауди, смысл, нормально. А у меня получается... Да, это тоже, наверное, Петрушка не доедет, нифига. Нормальная Петрушка. У меня получается, что Evolution какой-то. Да, у тебя доедет. 9-й или 8-й, даже не очень знаю. Короче, будет интересненько, поэтому давай отсчеты, мы стартуем. Раз, два, три. Поехали. Но... Старт у тебя лучше, во всяком случае, чем у меня. Но у меня, по идее, тачка... Ничего не значит. А что случилось, что я не понял. А что, опять-то все... Бля, мужики, кому-то. Что случилось у вас? Не, ну это забей, ну что это, блядь? Понятно. Блин, он меня еще и выкинул за пределы, ты прикинь. Ну серьезно, блин, я понял. А что с этими автобусами? Блин, я не знаю. Я не смог их обогнать. Такая же ситуация, я не понял, что с ним происходит. Они причем стоят, ну, вполне себе обычно. Вполне себе обычно, но они не доехали. Ну, короче, ясно, да, получается, что в этом раунде никто не доехал, ни я, ни Гриша. Автобусы тоже, видимо, не доедут никуда. Очень странная ситуация, но они сегодня прямо реально жестят. Их, может, несколько-то поставил, может, их надо повыше, чтобы они успели перепрыгнуть. Может быть. Окей, новый раунд, новые тачки. Итак, делаем машинки, пока у нас в прошлом раунде не доехал никто. Мне это Audi, которая была у тебя в этом раунде. Я думаю, что... Ладно, пожелания опять-таки. Машины, которые повторяются, их пожелания можно менять. Я Audi заменю на другую тачку. Это пока Бимкина. Вчера были Мерседесы, сегодня одни эти ваги. Да, у меня X5 тоже вот такой вот. Неплохой, однако, слушайте, на самом деле, пускай будет спорт конфигурация. Не знаю, что-то из этого получится. Ну давай отсчеты, мы стартуем. Раз, два, три.
Так, ну X5, давай. У тебя Тайкон очень быстро на старте оказался, я так понимаю, да, неплохо. Да, да, не, нормально, нормально. Автобусы, блять. Опять там авария, но... Я нахрен сбоку пойду. Дайте про... Ну здесь можно проехать. Блять, ну проехать. Что ты придурок-то, ну? Что за бред? Ты проехал справа! Что за бред? Ой, а меня чё? А чё такое-то? X5? Лево руля. Блядь, оторвало пол задницы. Да ты чё? Ну серьезно, мне ничто не мешало. Хеликоптер, да. Ещё и в автобус прилетел. Ну камон. Дебильные бусики. Чё за спуск сегодня такой какой-то странный? Один раз мы доехали. Один раз, нет? Причем мы, ну смотри, в первом раунде мы оба проехали более-менее, потом уже после прыжка были проблемы. Сейчас какая-то прямо, ну какие-то приколы два раза подряд. Mm-hmm. Ладно, делаем тачки, посмотрим, что будет дальше, но пока непонятно. А у меня это... О, Мурсилага. Что там у тебя? Ну ладно, нормально. Может быть даже я доеду. Давай, я готов. Кстати говоря, реально, скорее всего, доедешь. Так, сейчас спорт-конфигурация, давай еще. Да, у меня двигатель, наверное, закипит. Давай, раз, два, три. Ого. 1.3, судя по двигателю. Ну, возможно. О, что такое-то? Слушай, ну она на второй. Ну что это? На третий шоу тоже делать. Я перепрыгнул яму, короче, задом. Задом? Яму перепрыгнул? Да. Ой, ты что-то там суетишь, я боюсь. Да, у меня все очень плохо. Низкая ламба, ход подвески вообще никакой. Куча какая-то чего-то тут едет. А можно я вас обгоню? Куча мала. Ой-о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 й-
Как их объезжать-то? Охренеть, вы что прикалываетесь? Они перекрыли все! Они все перекрыли! Посмотрите, здесь не было варианта проехать вообще. Ты еще жив, по крайней мере, а я сдох. А, да, слушайте. Ну как жив? Ну типа, я не могу ехать назад, а спереди все перекрыто. Под ними проезжаю. Камон, ну что это было такое? Ну, все получается. Да камон, что за раунды такие, не понимаю. Просто раунды какие-то, ну, куча мала, реально. Фигня какая-то получается, ну посмотрим. Надо что-то придумывать, короче, да. Ладно, надеюсь, что у нас все получится. Поэтому делаем тачки. Я тоже очень надеюсь, о, Мерседес. Бимки, у этого Мерседеса вроде движок крякается. Посмотрим. О, у меня эскалейт. А у меня, возможно, эскалейт, у которого отваливается пневма. Я вот это не знаю. А, у тебя... Ага. Не, это прикольный X-класс. Кстати, он реально очень часто падает. Конфигурация... Ну ладно, пускай будет такая. Давай отсчеты, мы стартуем. Раз, два, три. Ну, короче, я проходил... По скорости примерно одинаковые. Да, я проходил, помню, испытание с скилл-тестом на нем, на этом эскалейде. И там, короче, у него легла пневма. Блять, ну что это? Давай тебе заезд. Ну что это, блядь? А что у тебя? Я не знаю, у меня все оторвалось снизу чем-то. Я даже до воды не добрался. Там какой-то двигатель лежал или чё? Какой двигатель? Ты что, типа, дальше ехать не сможешь? Да нет, конечно, все, трындаем. Ну подожди, сейчас я, может быть, еще проеду более-менее. Здесь, ну, ой, да. Нет, я не могу повернуть! Я не могу повернуть на нем! Тебе надо было раньше думать насчет поворотов. У меня взорвалась пена в салоне. Ну все, да. Короче, я проехал хотя бы кочку, ну, автобуса. Короче, либо мы их обгоняем, проезжаем дальше, к тому же справляемся с прыжками, либо никак, ну реально, ну больше я других вариантов здесь не вижу. Какой-то вообще, ну, просто, ребята... автобусы поставил, они раньше по-другому ездили. Да, они сами решают, как им ехать, в этом дело. Ладненько, продолжаем, пока делай себе тачку. Я делаю себе сейчас. Ну, посмотрим, я не знаю, что будет дальше. Ну, что там у тебя? Жига какая-нибудь или что? Волга. Волга! А у меня... О, у меня Хеннесси Мамонт 1000, этот... Рам ТРХ Хеннесси Мамонт. Ой, иди в жопу. Ну, это интересно, я не знаю, типа... Это неинтересно вообще. Это очень интересно, давай счет. Раз, два, три. Ой. Да неважно же, есть. Ну да, я думаю, что это неважно. Реку преодолеть бы. Хватит, вопрос, разгоны перепрыгнуть. Да что опять у вас тут происходит?
Ладно, я слева обойду их, вроде бы обошел. Так, пока газ, ребята, я не нажимаюсь толком, то есть, опять-таки, по тормозам здесь, ну, то есть, нельзя прожимать слово совсем, а газ можно отпускать, поэтому я тебе и пользуюсь. Четырехступочка. У меня скорость 300. Ну, может, а что вы дорогу-то перекрываете? Спасибо, автобус. Нет, не спасибо. Бля, ну трэш. Ну трэш, ну просто, ну вы видели. Что такое у тебя? Зажало тебя, да? Да. Обалдеть, его разорвало, ребят. Я так ехал хорошо, просто я не нажимая газ, у него скорость была 300, не нажимая газ, ты понимаешь? А надо было нажимать, походу. Надо было, походу. Тут иначе никак не проехал. Там просто авария была у автобусов, они перекрыли дорогу просто в один момент, понимаешь, и все. Да, жесть. Ладно, продолжаем, не знаю, что будет дальше, но такую тачку сейчас я просто... Блин, я испугался, что это ЖИГа, капец. Не зря испугался, честно говоря. Да. Так, у меня Тахо. Потому что у меня семерка, у тебя Тахо, блин. О, хорош, хорош. О, господи, ладно, давай отсчет. Раз, два, три. Уии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 ii короче, но... А так-то чё? Блять, они уже это там все сломались. Что-то очень странное. Да, там уже куча мала, я вижу. Ну ёб твою медь-то, ну! Объехал? Объехал еле-еле. Первую пачку, там еще две впереди. Я не знаю, почему там автобус один, короче, умирает так. Я реально не могу понять. Ему не хватает разгона речку перепрыгнуть, походу. Возможно, возможно. А у вас-то что здесь происходит, мужики? Что там за колеса прыгают? Блять, это бампер. Охренеть! Я проехал под автобусом! Чего? Да он подлетел, я проехал под ним. Ребята, блять, лайк неужели однозначно. Неужели я доеду? У меня минус два колеса, и я еду пока что. Да? Скорость падает. А, не, вроде. Блин, не знаю, не знаю. Иди нахер, в смысле? Как, блядь, это может быть такое? О, это просто эпик, ребята, финиш. Нет, иди нахер просто, не может быть такого. Сука. Не, ну все, я отказываюсь ехать дальше. Это просто, это просто, ребята, это лучшее, что могло быть за последнее время. О, вот это было, это были живые эмоции. Ай, блядь, сгорел хуй. Сейчас внутренний пожар случился. А, ладно, делай себе тачку другую. О, Рамтер X. А я оставлю. По желанию уже можно менять, можно оставлять. Я по желанию оставлю. К тому же другой Рамтер X 4x4. А у тебя Mercedes банан старенький. Mm-hmm. Давай счет. Раз, два, три. Вот ты что делаешь? Вот по велению? Я вот, не пропущу. Я думаю, делать этого не стоит, если честно. Мало ли что ты думаешь, блядь. Раскрутило это тебя чутка. Ну так это, я же говорил, не стоит этого делать. Тебя сейчас там расплющит, я уверен. Ну слушай, реально, вот на Жиге очень повезло, потому что я перелетел, точнее, меня перелетел автобус. Ну вот опять ты перекрываешь дорогу, нафиг ты это делаешь. О, идеально, идеально, идеально. Бля, а ты не идеально, да, кажется? Ну все, сломался. Не, все, спокойненько, вообще без проблем. Вообще без проблем, ребят, реально. Ой, еще открыл я пока багажник, пока еду. Скорость 300 у меня на спуске. Не, вообще. Блин, а у меня просто он развалился нахер на куски, этот Мерседес. Ну, Мерседес, понятно, все. Не поломалось вообще ничего, ребят, на самом деле. Только сейчас я уже после финиша поломал его себе. Но, слушайте, это горение прям такое настоящее, я вам скажу, да. Живые эмоции. Ладно, продолжаем. Давай, делай себе аппарат. Я делаю себе аппарат, так, ну, мне Феррари, у меня Бимкина. У тебя Феррари? О, это Китти Кэт, как он там? Hello Kitty. Китти Кит. Это что-то из другого. У меня Rolls-Royce, у меня BMW, короче, я понял. Ну, ладно, это будет интересно как минимум, поэтому, ну, давай отсчет, мы стартуем. Все, сейчас я точно доеду. Ну, слушай, если ты их обгонишь, то да. Точно, наверное. Главное, лови на прыжках. Блять, ну что это нахуй? Такое. Так, дай жив? А чё у меня так заносит? Чё за хрень? А чё с ней? Она сама тупо в тормоза дала и развалилась нахер. Чё такое? Чё за бред с ней? Я тоже пока разваливаюсь, честно говоря.
А я тупо еду, она в тормоза дала, сама поняла, все. Короче, я тоже пытался вырулить на Rolls-Royce, но... Но не получилось. Тупая Феррари. Оу! Кстати говоря, в настроечках, я думаю, надо убрать помощник по торможении, реально. Там есть, есть такой? При заносе, вроде как, в настройках, короче, там есть такая тема. Давайте глянем. Настройки, управление. Тут есть, по идее, где-то что-то касается... Вот автомобиль. Не управление, наверное, все-таки, а какие-то помощники. Обратная где-то связь. Где-то здесь, вот, видимо, игровой процесс. И вот здесь, ребят, нужно поискать то, что касается типа автоматического, как бы, торможения, либо что-то такое. Так, последний раунд, и у тебя это Мустанг. Да, идеальная машина, чтобы ехать без помощников, а слово совсем. А я пока себе делаю это бинки. Слава богу, что мы в игре. Но это да, кстати. В жизни она да, она скорее в жизни лучше не надо, да. Блин, все пока Бимкина выпадает. Да что ж такое-то? Там машин реальных очень много. Да ну серьезно. Ну? Лансер. Ну у меня уже он был. Да что-нибудь интересненькое новое, пожалуйста. 221. Неплохо. Испытаем его. Так, опять-таки. Ну давайте спорт конфигурация. Будет интересно без помощников вождения слова совсем. Давай счет. Раз, два, три. Ты чё? Что за херня? Ты чё? Я не могу тронуться. Да. А, ну-ка. А как ты это сделал? А что были? Q нажал, подожди. У тебя реализм был? Не знаю, да, наверное. Давай, раз, два, три. Ага. Автобусы уже проехали, поэтому мы их не догоним там уже. Там уже все. Там уже мясо, скорее всего, да, поэтому. Да. Ладно, посмотрим, что в плане помощников. У него, кстати говоря, салон от 222 стоит, реально. А что это, блядь? А что с тобой? У меня колесо лопнуло на дороге. Чего? Меня унесло. Автобусы! Ты чё делаешь, долбай? Не, это все. Не, без помощников, бро, это реально сложно. Это просто. Я смогу. Я, меня кидануло. Давайте еще раз. Давай просто еще раз мы с тобой поедем ради интереса. Вот респонись. Или не хочешь? Да, поехал. Короче, просто ради интереса. Потому что я так понял, что без помощников я буквально затормозил чуть-чуть. Без просто помощников унесло. Нахер меня ушатало какой-то запчастью. И все, я ушатался из-за того, что рулить не могу. Ну, короче, да, там надо, ребят, смотреть. Ну, в принципе, настроить можно. Управление более-менее под себя, какое-то более реалистичное, более интересное. Вот, но все убирать, я думаю, что не стоит, потому что... Охереть. Она я не объеду. Переворачивается, все. Охренеть. Слушай, это такая авария. Слушай, здесь слишком асфальт цепкий, я уже говорил не раз об этом. Возможно, возможно. Из-за этого возможно. Тачку переворачивает. Угадайте, что за машина, вопрос. Ребят. Короче, я понял. Сломался? Да там такой тотал, да, у меня прямо слово совсем. Ладненько, ребят, ставьте лайки, пока Гриш спускается на Шелби. И не забывайте подписываться на канал, это очень важно. С вас лайки, комментарии, с нас новые классные ролики. Ема! Я понял. Всем удачки и всем пока. Всем пока.